мы все-таки получили гуманитарку. Очень сложно там пройти, просто ужас. Там даже к двери подойти не дают. И раньше в этом пункте выдавали помощь только переселенцам, которые приезжали в наш город с других городов. Ну, там кричат, там просто бабки становятся и говорят: мы не пропустим вас. Хотя у двери, которые люди выдают, говорят, с детьми должны проходить в первую очередь. Надеюсь, как-то урегулируют этот вопрос.